Домашнее видеонаблюдение спасет нервные клетки южноуральцев. Камеры в режиме онлайн покажут, что происходит дома или чем занят ребенок. Доступ к видеоданным можно получить из любой точки мира. Достаточно иметь смартфон с установленным приложением и доступ в интернет. Об этом в нашем материале. И голос воспроизводит. Камера оснащена микрофоном и имеет функцию обратной связи. Такой аппарат можно установить у себя дома всего за 30 секунд. У нас ведется трансляция, видеозапись. Доступ к ней можно получить с любого устройства, находясь в любой точке мира, где есть интернет. Размером с ладонь миниатюрный волшебник снимает картинку вокруг себя 24/7. Не протекает ли кран на кухне, чем занят ребенок, пока мама выбежала в магазин за продуктами, не задымилась ли работающая духовка и в порядке ли машина на парковке или дача. Камеру Ростелекома удобно настроить на нужный объект. Это легко. Включаешь в розетку, устанавливаешь приложение «Умный дом», считываешь QR-код по Wi-Fi, камера говорит, QR-код распознан, и все. С этого момента вы можете смотреть. Но максимальный срок подключения камеры, это где-то 3-4 минуты, но мы справились, наверное, секунд за 40. Качество картинки на высоте. Разрешение не хуже, чем в американских блокбастерах. Да и ночью картинка качество не теряет. Снимает расстояние перед собой до 10 метров. Устройство оценили эксперты IT-технологий. Основным плюсом считается сочетание высокотехнологичных сервисов, запись и хранение видеоархива, уведомления о движении, защита каналов связи, сочетание с простотой использования. С развитием технологий, уменьшение размера, систем видеонаблюдения, самих камер, модуль камер. Это становится таким очень удобным, комфортным, компактным устройством, которое может на самом деле установить абсолютно любой человек, не обладая какими-то специальными инженерными техническими навыками. У Wi-Fi камеры Ростелекома, работающая от любого оператора связи, встроенная инфракрасная подсветка с широким углом обзора, датчиками звука и движения. А при любых вопросах можно позвонить в круглосуточную службу поддержки. Эльвира Хафизова, Ольга Гаврилюк, Павел Клементьев, ОТВ.